Этот турнир впервые прошел в конце прошлого века. Затем был перерыв на 12 лет, и в 2010 году с запуском в эксплуатацию манежа педагогического университета Оренбургская миля обрела второе дыхание. Организаторы стали приглашать бегунов международного уровня. В прошлом году в манеже бежала Мария Савинова, позже ставшая чемпионкой Лондонской олимпиады. Сегодня к нам приехали самые ведущие спортсмены и мировые, и российские, которые имеют сегодня лучшие результаты в сезоне. И мы рассчитываем, что мы получим высшие достижения сезона, как минимум. А так, в общем-то, девчонки настроены на мировой рекорд, а ребята на европейский. Презентация нынешнего турнира позволяет говорить о выходе на новый качественный уровень. Приглашенные звезды собрались в Молле Армада. Сначала чествовали лучших оренбургских атлетов, победителей и призеров Кубка области. Не каждый день оренбургских спортсменов награждает призер Лондонской олимпиады Поистогова или мировая рекордсменка Соболева или чемпион мира из Кении. Затем состоялась пресс-конференция. Члены национальных сборных сами примут участие в соревнованиях. Мы вчера прилетели очень поздно. Еще не посмотрела, какие здесь есть достопримечательности. Но судя по тому, как нас здесь уже встретили, мне здесь уже тоже понравилось. Но я думаю, что с Леной мы сегодня пойдем погуляем, еще посмотрим. В пятницу с утра в манеже УГПУ предварительный турнир. В 16:30 церемония открытия, после чего пройдут финальные забеги на 60, 400, 800 метров и, собственно, на милю. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня.